прыгайте, что хотите делайте сегодня, в вашем распоряжении весь аквапарк. С праздником вас! Призыв дети восприняли в буквальном смысле, этим они и занимались весь день. В Адлере, по уже давно сложившейся традиции, в День защиты детей, ребят со всего Сочи приглашают в аквапарк «Амфибиус». Организаторы дают предпочтение активному отдыху. Солнечная погода, бассейны и горки – все это уже давно стало для ребят долгожданным событием. До этого мне рассказывали об этом празднике родители проходили в школе. А сюда, мы как бы уже планировали сюда прийти как бы заранее и пришли. Особенно порадовали ребят аниматоры. Веселые пираты не только развлекали детей шутками и песнями, но и устраивали разнообразные конкурсы, конечно же, с призами. Да, я участвовала в конкурсе, было очень приятно, очень интересно, и были очень хорошие пираты. Чтобы устроить детям настоящий праздник, старается множество взрослых, для которых радость в глазах ребенка важнее собственного времени и финансов. У нас в Адлерском районе по традиции, при поддержке наших предпринимателей в лице Аллы Вартановны, каждый год проходит праздник для души, для детей. И сегодня не стало исключением этот день, и мы благодарны ей за эту возможность сегодня получать радостные улыбки на лицах детей, счастливых родителей. Это все делается при большом участии и Лиги женщин Мосдобра, и городского собрания Сочи, комитета по спорту. В аквапарке детский смех не стихал до самого вечера. По словам организаторов, это мероприятие последним не будет. В следующем году ребят ожидает не менее интересный праздник. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.